Стали известны имена россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Памире. Это Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов. Также в числе жертв двое членов экипажа, граждане Таджикистана. Всего на борту находились 18 человек, в основном альпинисты из России. Всех пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, трагедия произошла из-за сильного ветра и плохой видимости. Погибшие альпинисты участвовали в экспедиции на пик Исмаила Самани, высочайшую гору постсоветского пространства. Нам удалось поговорить с родственницей пилота Ми-8. По ее словам, погибший был хорошим специалистом с многолетним опытом. Нам сказали, что он этот погиб, и что его должны привезти, еще не привезли. Он очень был высококвалифицированным специалистом, мой дядя. Он учился еще в советское время, он на Украине заканчивал этот летное училище. Дяде в прошлом году 70 лет исполнилось, юбилей. Ему 16 октября должно быть 71 уже. Он никогда не жаловался, он всегда очень бодрым был, всегда он любил очень свою работу. Я, честно говоря, все подробности не знаю,